все. Скажите, пожалуйста, вы сегодня сюда пришли, видели эту фотографию, какие чувства? Я даже, честно сказать, мне очень тяжело передать свои чувства на самом деле, потому что я из Славянска приехала. И мне эти картины очень тяжело видеть. Я забрала сейчас свою маму, она сейчас находится здесь. И я пришла сюда, потому что я вижу новости местные. Я поражаюсь просто, что сколько живо не освещают все происходящее, просто никакой логики в этом не вижу. И моя мама, она побоялась. По определенным причинам, я думаю, что вы меня понимаете, что сейчас происходит там. И, в общем-то, в Украине очень повезло с правительством. Происходят кошмарные вещи. Эти фотографии, это еще, мне кажется, пожалели людей, потому что здесь проходят деньги. И на самом деле тяжелее одного картины. У нас возле дома детскую больницу попали. Это просто невозможно передать. Скажите, а то, что вот в местных новостях передают, то, что знают рядовые израильтяне о конфликте на Украине, это, насколько это соответствует реальности? Практически не соответствует. То есть даже если освещают, что есть потери среди мирных жителей, они не говорят, что это все со стороны украинской. Хорошо, какие вот эмоции у вас? Вы смотрите на эти фотографии, вы видите, может быть, какие-то знакомые места. О чем вы думаете? Ну, я сейчас расплачусь. Я, честно говоря, здесь в основном портреты, но я увидела здесь дорогу, по которой я ходила в детстве на курорт. Невозможно передать словами, на самом деле. Причем я живу здесь уже 15 лет, и все равно это очень тяжело моей маме. У меня там осталась еще семья, которая не эвакуировалась. Время сейчас они вернулись. И плюс очень настроены другие регионы Украины враждебно. Люди просто беженцы не будут в России, потому что там очень неприятно находиться. Имя и фамилию назовите. Антонина Кот. Спасибо. Сегодня вот эта акция. Мы израильтяне. Израиля. Мы выступаем против геноцида русских, мы также являемся и русскими. Мы выступаем против геноцида русского населения на юго-востоке Украины. Мы призываем правительство Украины, в частности, и прекратить эту бессмысленную войну, потому что в ней не будет победителей. Мы считаем, что сам факт того, что десятки тысяч женщин и детей, стариков, а также и военных с обеих сторон уже погибли за последние 6 месяцев. Мы считаем, что это должно прекратиться немедленно. И мы совместно с нашими коллегами со всего мира, мы знаем, что такого рода демонстрации проходили и в Канаде, и в Австралии, и в Америке. Мы все вместе хотим сделать какое-то, что-нибудь изменить. Поэтому мы призываем украинское правительство прекратить эту бессмысленную войну. Вот сегодня такой солнечный день, у вас фотографии эти рядом с пляжем, люди проходят, останавливаются, смотрят, спрашивают. Более того, здесь у нас сегодня, у нас сейчас сезон туризма, у нас останавливаются люди с разных концов мира. Мы им объясняем на трех языках, а кто может и на большем количестве языков, что происходит на Украине. Мы пытаемся донести до них правду, потому что многие люди в других странах и в Израиле также, они даже понятия не имеют о том, что происходит на юго-востоке Украины. И мы считаем, что наша миссия донести до них эту правду. Спасибо. Имя и фамилию назовите. Саймон Ципис. Еще раз? Саймон Ципис. Спасибо.